Сергей Аркадьевич, дали вам номер газеты «Любимый президент». Вставай, Сергей Аркадьевич. От имени Вооруженных сил России, партии «Единая Россия», лучших юристов поздравляем. Медведева, Кузнецова, Светлана Владимировна, Ильича Медведева, Владимир Путин, Александр Владимир Владимирович, Екатерина Гусь, с лучшими наградами славы и честь России, госпремиями. На премиях победит на президентских выборах Медведева, Кузнецова, на Госдуму партии «Единая Россия», самый передовой курс Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Ильича Медведева, Владимир Путин, Александр Владимир Владимирович, Екатерина Гусь, Сергей Федорович. Об этом самый лучший в мире фильм, газета, сайт, высший эталон для культуры, литературы, кинематографа, живописи, музыки. Для всех деятелей мировой культуры. Наш президент, вас отсутствие. Поздравляю, Сергей Аркадьевич. Поздравляю, Сергей Аркадьевич. Поздравляю. Отлично. Борисенко, поздравляем вас с новыми праздниками, с 8 марта. И Светлану Владимировну, всех, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Пузик, поздравляем. Тоже пожелайте добрые слова нашим замечательным дамам. Желаем здоровья, сил и быть помощниками своим мужьям. Спасибо. Спасибо вам. Восхищаемся. Спасибо. Все, пожелал, вот тоже. Поздравляем, Светлана Владимировна. Всевышние награды в области кино, литературы, живописи, музыки. Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Космедведев, Мальчикульна Мисана, Мария Владимировна, Катерина Гузин, партия «Единая Россия». Поздравляем. Мы привезли новый номер, поздравляем газету «Любимый президент» для печатания. Самый лучший в мире для высшего госпремии Медведева Путина. Победит президентский президент Дмитрий Анатольевич на выборах партии «Единая Россия». Поздравляю. Партия «Единая Россия», Галерея, Герой Фармии, ФСБ, МВД, часть прокуратуры. Газета, поздравляю, новый номер газеты «Любимый президент». Президент, высшие награды с этим днем, Светлана Владимировна, Анатольевич Медведев, Ильич Медведев, Владимир Александрович, Мария Владимировна, Екатерина Путина, Анатолий Дорчев, Чердюкова, Красную Звезду, Красный Войск. Поздравляю, все высшие награды, высшие награды, слава и честь России. Высшие награды, президентский срок Анатольевича Медведева, курс сам по президенту Медведева, Дмитрий Анатольевич, Светлана Владимировна, Ильич Медведев, Владимир Владимирович Путин, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, героев нашей армии, нашей России, нашей партии «Единая Россия». Днем международным женским днем. Поздравляем всех красавиц России. Высшие награды, слава и честь России. На выборах победит, президентский победит второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Она в Госдуму, в партии «Единая Россия», сам передовой курс Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Ильич Медведева, Владимир Путин, Александр Владимир Владимирович, Путин, Сергей Сергеевич Сердюкова, Патриарх Кирилл. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Высший эталон в культуре, литературе, кинематографе, Берлинский, Голливуд. Приносили Ганский, Берлинский, Голливуд. Спасибо. Оскар. Лариса Анатольевна, поздравляю вас с днем, Международным женским днем, в вашем лице всех прекрасных женщин нашей доблестной армии, Дмитрия Анатольевича, Светлана Владимировна, Владимир Владимирович Путина, Александр Владимирович Путина. Поздравляем вас с вторым президентским сроком, Дмитрий Анатольевич Медведев, высшим наградным Медведевым Путиным, героем армии вам. И с днем Международного женского дня. Спасибо вам большое. Спасибо. Тоже поздравьте нашу руководитель, пожалуйста. Поздравляю. Спасибо. Женщин, да, с спасибо, всего доброго. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право честь. Лучшими наградами Медведев Путина, Красному войну, наша армия самая лучшая в мире. Поздравляю второй президентский срок Медведева, женским международным днем, Светлана Владимировна, Дмитрия Анатольевича. Поздравляем. Спасибо. Наша Россия, наш призывает всех россиян дружно и опасно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. За курсом повесения передал Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Дмитрий Анатольевич Медведев. Второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Самый прогрессивный Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Дмитрий Медведев, Владимир Чебунин, Александр, Мария Владимировна, Сергей Семенович Собянин. Партия «Единая Россия», герой нашей армии, партия «Единая Россия», герой нашей армии.
один раз. Спасибо большое. Ливанович Христиан голосовали за второго Владимира Петрова, Дмитрия Анатольевича Медведева, такой самый прогрессивный передовой. Дмитрий Анатольевич Медведев, они сегодня партия «Единая Россия». Мне с Медведевским вызвали второй президент Петрова, Дмитрия Анатольевича Медведева, на которых еще Коржи регионы поддержали. Об этом мы создали сами на примере. Поздравляю! Все высшие награды 32-го международного фестиваля Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Владимиру Катерине, Владимиру Путину. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С Новым 2011 годом. Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла, вы творческой группы «Нестер Петлицкий», Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самого прогрессивного рядового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», призывая всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самого прогрессивного рядового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, ваша сила, право и честь. Поздравляем вас с наступившим новым 2011 годом. Мы назвали главным человеком эпохи года на планете, главным победителем, главными героями России и всей планеты, лауреатами фестиваля славы и честь России, главным человеком эпохи года на планете 2010-2011, главный герой России и всей планеты Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Людмила Ильича Медведева, Владимировича Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, его святейшего патриарха Московского вся России Кирилла, Сергея Семеновича Собянина, Нургалиева, Бортникова, Коновалова, Шойгу, Чайку, Сердюкова, Фродкова, Шойгу, Фурсенко, Голику, Грефа, Кудрина, Набиуллину, Грызлова, Мирона, Володина, Воробьева, Жукова, наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Много счастья вам желаю. Заседи. Хорошо, нет? Хорошо. Получилось. Леночка, целуй меня. Пошли. Давай, дырки давай, Лена. Лена и Людмила. Прекрасное новогоднее поздравление, обращение к гражданам России. Дмитрий Анатольевич Гулян, господин президент России, верховный командующий вооруженных сил России, Дмитрий Анатольевич Медведева. Слава! Ура! 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 Победа на века! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро под бой курантов уйдет в историю 2010 год. И вместе с ним первое десятилетие нынешнего века. Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные и грустные моменты. И надеемся, что следующий будет хорошим и удачным для каждого из нас. И для всей страны. Мы будем вместе строить современную Россию. Сильную, открытую, дружелюбную. Прекрасно. У нас богатая и древняя история. Но дети, родившиеся в новой России, стали взрослыми. Красно. Теперь от них зависит, каким будет второе десятилетие этого века. И все, что мы делаем для наших детей. Для того, чтобы они были здоровы, чтобы у них в жизни все получалось. Чтобы они жили в безопасной, благополучной и счастливой стране. В стране, где уважают старших, сохраняют традиции нашего многонационального народа. Где стремятся к достижению новых целей. Уверен, так и будет. Прекрасно. Дорогие друзья, у новогоднего праздника есть своя неповторимая атмосфера. Этот праздник наполнен особой теплотой и искренностью. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья.
И пусть сбудутся все наши мечты. С новым 2011 годом. Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла, вы творческая группа «Нестер Метлицкий», Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна. Мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Призываем всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Столетие. Ты что, еще съездил? Давай, засними меня. Поздравляю! Этот спортивный спуск мы посвящаем с любым уважением вам, Медведеву Дмитрию Анатольевичу, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимиру Путину, Александру Марию Владимировну, Ксению Путину, Сергею Семеновичу Собянину, партии «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура! Победа! Ура! Ура! Победа! Россия вперед! Поздравляю вас с наступившим 2011 годом. Желаем вам любви и счастья, здоровья, успехов. Есть творческая группа «Нестер Метлицкий». С любой уважением, ощущением, благодарностью. С Новым годом, с новым счастьем, с Рождеством Христовым. Ура, побед! Прекрасное новогоднее поздравление, обращение граждан России. Дмитрий Анатольевич, уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России, Дмитрий Анатольевич Медведева. Слава! Ура! 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 Победа на века! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро под бой курантов уйдет в историю 2010 год. И вместе с ним первое десятилетие нынешнего века. Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные и грустные моменты. И надеемся, что следующий будет хорошим и удачным для каждого из нас. И для всей страны. Мы будем вместе строить современную Россию. Сильную, открытую, дружелюбную. Прекрасно. У нас богатая и древняя история. Но дети, родившиеся в новой России, стали взрослыми. Красно. Теперь от них зависит, каким будет второе десятилетие этого века. И все, что мы делаем для наших детей. Для того, чтобы они были здоровы, чтобы у них в жизни все получалось. Чтобы они жили в безопасной, благополучной и счастливой стране. В стране, где уважают старших, сохраняют традиции нашего многонационального народа. Где стремятся к достижению новых целей. Уверен, так и будет. Прекрасно. Дорогие друзья, у новогоднего праздника есть своя неповторимая атмосфера. Этот праздник наполнен особой теплотой и искренностью. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С Новым 2011 годом. Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия» тысячелетия, главный герой России всей планеты Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Илью Дмитриевича Медведева, Владимира Путина, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну Путину, его святейшество патриарха Московского вся Руси Кирилла, Сергея Семеновича Собянина, Нургалиева, Бортникова, Коновалова, Шойгу, Чайку, Сердюкова, Фракова, Шойгу, Фурсенко, Голику, Грефа, Кудрина, Набиуллину, Грызлова, Мирона, Володина, Воробьева, Жукова, наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Группа «Нестер Метлицкий», с любой уважением, ощущением, благодарность.